Из-за повышения уровня воды в реке Тургай произошел размыв защитной дамбы в селе Нура Актюбинской области. Там сейчас работают спасатели, военнослужащие. На месте и наша съемочная группа. Алишер Ашимов выходит на прямую связь. Алишер, здравствуйте. Расскажите, какая ситуация в регионе сейчас? Вера, добрый день. Как вы отметили, произошел размыв дамбы, из-за чего вода начала поступать в село. Отмечу, помимо Нуры, в плену талой воды оказался еще один населенный пункт Мамар. На местах сейчас работают спасатели и военнослужащие. Они эвакуируют сельчан. В противопаводковых мероприятиях задействовали больше 290 человек и почти 20 единиц спецтехники. Тех, кто лишился дома из-за природной стихии, располагают в эвакопункте. Его открыли на базе Иргизской общеобразовательной средней школы номер 1. Здесь находится больше 220 человек. Мы записали одного из них, и сейчас предлагаю его послушать. Весь поселок, весь в воде. Ни одного дома не осталось. Двухэтажная школа, она тоже под водой осталась. Нас на вертолете привезли всех сюда. Сегодня будет уже третий день, мы здесь ночуем. Приехали из Нуры, Иргизский район. Здесь очень хорошее обслуживание. Постель есть, еда есть. По данным местных властей, активно организовывается гуманитарная помощь в Иргизский район. На сегодня сюда отправили 5 поставок такой помощи. Это продукты питания, предметы первой необходимости, одежда, резиновые сапоги, перчатка, лопаты, 2 генератора, лодки и мотопомпа. Обстановка к данному часу пока такая. Вера, в ближайших эфирах будем вас держать в курсе. Спасибо большое за информацию, Алишер. Алишер Ашимов на прямой связи был из Актюбинской области у нас.